Сейчас хочу пригласить на эту сцену Дарью Сорокину с ее отчетом по активному слушанию. Готовьтесь к подарку. Итак, все готовы? Поехали. Первый вопрос. Как звали одну из бабушек Андрея и кем она работала? Вот лучше А кем работала? Половину. Заработала с ним. Полгода. Кто знает, кем работала бабушка Андрея? Давайте вы. Преподавателем химии в Колумбии. Химии русского языка. Все верно, спасибо. Чем занималась компания, в которой Екатерина начинала свою трудовую деятельность? Для Боинга запчасти или двигатели, что-то такое. Все верно. Замена произошла, сливки. Подожди, нет. Сливку туда. А сюда большой фут. Так, у нас все четко. Чем пах лес, в который часто ходила Валерия? И, собственно, почему она туда ходила? Это двойной вопрос, поэтому... Так, ну, вот здесь кто был первый? Пожалуйста. Шишками и хвоей походил, потому что там был особняк, в котором английский язык преподавался. Отлично, можно дать два маленьких фрукта. Итак, следующий вопрос. Назовите три первые дороги Валерии и их протяженность. Наташа? Попробую. Первая дорога по улице Ленина, 4 километра. Вторая дорога – это 120 километров от Москвы до дома. И третья дорога между Москвой и Воронежем. Все верно. Около 500 километров. Итак, следующий вопрос. Какие три важные задачи, по мнению Ирины, стояли перед ней, перед тем, как настал тот самый час X? Да? Замена батарей, это раз. Второе, освещение массажа, это третье. К сожалению, третье. Кто? Да, все верно. Может, так, осталось последние два вопроса. Какой прием пищи Михаил пропускает чаще всего? Ужин, потому что обед был 3 часа. Все верно. И последний вопрос. Как рецензентам стоит относиться к опытным выступающим по совету Павла? Не выбирать слова.